Начну с неинвазивных форм, как бы продолжу тему лучевой диагностики, и после доброкачественных образований мы переходим с вами к дуктальной карциноме инситу DCIS. Согласно современной классификации ВОЗ, карцинома инситу определяется как пролиферация типичных клеток терминальной дольковой протоковой единицы. Выделяет протоковую карциному инситу, по-английски ductal carcinoma in situ DCIS, и дольковую карциному инситу LCIS. Но по последнему, восьмому пересмотру American Joint Community of Cancer LCIS невалидна и не считается предраком. По литературным данным, DCIS составляет около 20% от всех вновь выявленных случаев рака молочной железы. Считается облигатным предраком, его наличие не угрожает жизни женщины, но повышает риск развития инвазивных форм на 60%. Развитие инвазивной форм из DCIS может происходить в течение 50 лет. Но в научном сообществе существует мнение, что DCIS, так же как LCIS, невалидна и не считается предраком, и ее следует оставлять под наблюдение. Клинические проявления DCIS крайне скудные. Они могут пальпироваться как участки мастопатии, но очень важным проявлением, на которое нужно всегда обращать внимание, это кровянистые или янтарные выделения из соска. Особенно врача должны насторожить выделения из одной груди. Лучевая диагностика. Я вижу основную задачу лучевой диагностики – это выявление DCIS, дифференциальная диагностика DCIS и доброкачественных внутрипротоковых поражений молочных желез, а также очень важно адекватно оценить степень распространения в случае гистологической верификации дуктальной карциномы инситу. 75% рака инситу имеет кальцинаты, определяемые на маммограмме. А что такое кальцинаты с точки зрения морфологии? Это организация центрального некроза, которая впоследствии может привести к формированию микрокальцинатов. Вот мы видим с вами срезы, да, в просвете измененных протоков множественные микрокальцинаты. Как я уже сказала, основное лучевое проявление DCIS – это различные микрокальцинаты по форме и распределению. К редким рентгенологическим проявлениям дуктальной карциномы инситу относятся участки нарушения архитектоники ткани молочной железы, узловые образования неправильной формы с нечетким контуром, которые могут быть как с наличием микрокальцинатов в структуре, так и без. Но надо помнить, что на фоне рентгенплотной молочной железы данные изменения могут быть плохо распознаваемы. То есть, если нет микрокальцинатов, участки архитектоники и мелкие узловые образования на маммограмме могут быть скрыты за рентгенплотным фоном. И рентгенологическая картина редких проявлений DCIS – это участки нарушения архитектоники и вот такие маленькие узловые образования. И еще раз хотела подчеркнуть, что микрокальцинаты могут быть как просто в ткани молочной железы, так и на фоне участка уплотнения либо узлового образования. Реже узлового образования. Итак, микрокальцинаты, подозрительные в отношении дуктальной карциномы инситу, имеют форму ветвящуюся, линейную или плеоморфную, то есть абсолютно разные по форме микрокальцинаты. И распределение. Линейное, сгруппированное сегментарное распределение микрокальцинатов в ткани молочной железы будет крайне подозрительно на наличие DCIS. Пример линейного распределения по протокам, сгруппированное, да, мы видим здесь как раз на фоне участка уплотнения. Регионарное распределение, но обратите внимание, что здесь множественные плеоморфные микрокальцинаты, протоковые карциномы инситу high grade. Пример сегментарного распределения микрокальцинатов. И вот типичная картина дуктальной карциномы инситу, где мы видим множественные микрокальцинаты, которые выполняют просвет пораженных протоков, то есть DCIS ползет по протоковому дереву молочной железы.
При наличии выделений из соска обязательно проводится дуктография, и к дуктографическим признакам дуктальной карциномы инситу относят обрыв, пристеночные дефекты, деформацию наполнения контрастного вещества. Выход контрастного вещества за пределы протока может указывать на инвазию стенок протока. Хотела бы уточнить, да, что если у нас есть цитологическое подтверждение, что там есть мазок-отпечаток, да, цитологическое подтверждение, что есть атипические клетки, то, конечно же, дуктография не проводится в данном случае. Степень распространения DCIS по протокам чаще больше, чем ожидается. Истинные размеры DCIS могут превышать размеры участка скопления микрокальцинтатов на маммограмме. В 40% случаев микроскопические рентгенологические размеры DCIS отличаются более чем на 2 см. Несоответствие рентгенологических и морфологических размеров приводит к нерадикальным операциям, поэтому еще раз хотела обратить внимание, что важна не только идентификация карциномы инситу, но и адекватное определение распространения по протокам. Верификация DCIS в случае, если мы определяем микрокальцинаты в ткани молочной железы без формирования какого-то узлового образования, то здесь у нас есть только один вариант, это биопсия под рентгенологическим контролем, так называемый мамотест. И для адекватного забора материала рекомендуется использовать вакуум-ассистированную биопсию для того, чтобы нашим коллегам-гистологам было проще поставить диагноз. МР-картина DCIS. По данным МРТ, дуктальная карцинома инситу в 80% имеет вид зоны контрастирования. Реже встречается как узловое образование, накапливающее контрастное вещество, и совсем редко выглядит как очаг накопления. МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением позволяет визуализировать накопление парамагнетика не только в проекции визуализируемых на маммограмме микрокальцинатов, но также и в зонах DCIS без микрокальцинатов. Да? Помните, что 75% DCIS отображается как микрокальцинаты. Соответственно, у нас остается 25, которые мы не можем определить с помощью маммограммы. И в данном случае это прерогатива МР-диагностики. МРТ отражает васкуляризацию опухоли, плотность и проницаемость сосудов. Чувствительность МРТ в оценке протяженности дуктальной карциномы инситу достигает 89% в сравнении с 50% при маммографии и 47% при ультразвуковом исследовании молочных желез. То есть МРТ позволяет нам определить истинные размеры дуктальной карциномы инситу. Пример сегментарного распределения зоны контрастирования, линейное распределение. В данном случае еще хотела бы еще раз акцентировать ваше внимание, что клинически эти женщины будут интактны, да, то есть клинически не будут пальпироваться никакие образования в молочных железах. Фокальное распределение контрастного усиления. Пример преконтрастного изображения, Т1 взвешенное изображение. На фоне железистой ткани мы не видим с вами узловых образований. После контрастного динамического усиления, вот это режим субтракции, мы видим, как накапливается контрастное вещество в верхненаружном квадранте, да, имеющее типичные характеристики для дуктальной карциномы инситу. Еще один пример, насколько чувствительны МР-изображения. Вот зона контрастирования, характерная для дуктальной карциномы инситу. Рядом дополнительный фокус. И также мы видим сливные зоны контрастирования в контрлатеральной молочной железе. DCIS может выглядеть как узловое образование, накапливающее контрастное вещество, но, как правило, это небольшие по размеру узловые образования. И очаг фокус накопления, вот такое маленькое образование, накапливающее контраст. Ну, в данном случае, конечно, очень сложно не только поставить диагноз, но и если не отображается ни по УЗИ, ни по маммограмме, то самая большая сложность – это верифицировать, взять биопсию, потому что биопсия под контролем МРТ – это крайне сложная задача.
Ультразвуковая картина DCIS. К ультразвуковым характеристикам относятся участки нарушения архитектоники ткани молочной железы, неправильной формы, по ходу измененных протоков с наличием микрокальцинатов. Очень важный симптом описывается в научной литературе, он действительно подтверждается на практике. При доплеровском картировании определяется гиперваскулярный асимметричный кровоток. Реже определяется как внутрикисторзное папиллярное разрастание и еще реже как четко очерченное солидное образование. Ну, хотела бы сказать, прокомментировать, да, особенности ультразвукового исследования при DCIS, возможности нативного бесконтрастного УЗИ выявления и оценки распространения DCIS весьма ограничены. Диагностика дуктальной карциномы инситу с помощью УЗИ возможна при экспертной оценке, требующей большого опыта и высокого уровня ультразвуковой аппаратуры. В практической работе ультразвуковое исследование довольно часто используется для наведения иглы при проведении трепан-биопсии, оценки статуса регионарных лимфоузлов. То есть ультразвук мы поставим на третье место в алгоритме обследования данных пациентов. Однако молодые женщины до 40 лет попадают в начале на прием к врачу ультразвуковой диагностики. Поэтому вот я считаю, что очень важно именно врачам УЗИ хорошо изучить эту патологию и понимать, чем как это может отображаться при ультразвуковом исследовании. Клинические примеры. Вот такой участок нарушения архитектоники, не имеющий вид узла, при ультразвуке в его проекции будут определяться вот такие множественные локусы кровотока. Вот здесь подтвержденный DCIS. Обратите внимание, просто неравномерно расширенный проток, но сразу обращает внимание локусы кровотока. Мы включаем специальный режим и видим гиперэхогенные точечные включения, предположительно микрокальцинаты, если это коррелирует с данными маммографии, на которых мы тоже видим микрокальцинаты, то этот участок подозрительно относительно дуктальной карциномы инситу. Сонная эластография при дуктальной карциноме инситу может указывать на инвазивный компонент. То есть если это pure, чистая DCIS, то эластография не будет находить жестких участков. Если в проекции измененных протоков мы видим жесткие участки, то, возможно, существует переход в инвазивную форму. Вот такие примеры. Участки нарушения архитектоники. И да, мы видим, насколько они картируются синим цветом. CEUS, Contrast Enhancement Ultrasound, при контрастном усилении отмечается неравномерное поступление контрастного вещества с формированием спекулообразного паттерна контрастирования. Мы увидим вот такую зону контрастирования при ультразвуке, которая в данном случае коррелирует с данными магнитно-резонансной томографии. Итак, диагностическая специфичность методов лучевой диагностики в выявлении дуктальной карциномы инситу. На первом месте самую высокую чувствительность и специфичность имеет магнитно-резонансная томография. Чувствительность 94%, специфичность 98%. Самую низкую чувствительность, как я уже рассказала, имеет ультразвуковое исследование, чувствительность 47%, так как очень сложно поймать, увидеть вот эти плохо определяемые изменения в ткани молочной железы. И, как ни странно, низкую специфичность показала контрастная спектральная маммография, специфичность 36,6%. Это литературные данные. Следующая часть моего доклада – инвазивный протоковый рак молочной железы или, как сейчас по новой классификации, неспецифицированный рак. Согласно фундаментальным исследованиям Ласло-Табары, инвазивный протоковый рак наиболее часто определяется в виде узла без микрокальцинатов. При этом две трети всех узлов имеют неправильную форму и спекулообразный контур, а одна треть узлов – овальную и округлую форму с четким неровным контуром. В своих работах Ласло-Табар описывает их как звездчатые и округлые опухолевые узлы.
Еще раз, вот так классическая морфологическая форма рака молочной железы, да, чаще всего встречается, но одна треть будет иметь четкие контуры и будет имитировать доброкачественные изменения не только по данным лучевой диагностики, но и по морфологическим характеристикам. Современная онкология ориентируется на персонализированный подход диагностики и лечения пациентов. При этом важное значение в определении тактики играет молекулярный подтип рака молочной железы. Анализ экспрессии генов позволил выделить несколько принципиально разных подтипов рака. Люминальный, а наиболее часто встречающийся гормонозависимый рак молочной железы, люминальный Б, HR2 положительный тип и трижды негативный. Последние два наиболее агрессивные раки, имеющие худший прогноз. Люминальный А молекулярный подтип чаще всего на маммограмме будет иметь вид звездчатого узла без микрокальцинатов. Отличительные ультразвуковые признаки люминального А-подтипа по литературным данным является гиперэхогенный ореол вокруг опухоли, который отображает десмопластическую реакцию окружающих тканей и последующая акустическая тень. Люминальный А-рак чаще имеет гиповаскулярный кровоток. Вот обратите внимание, вот эта гиперэхогенная кайма-инфильтрация, которая значимо чаще встречается при люминальном А-раке молочной железы. Вот здесь стоит у нас рамка цветового доплеровского картирования, и мы не видим локусов кровотока, да? То есть здесь гиповаскулярный кровоток. Пример люминального А-рака на МРТ, звездчатый узел, накапливающий контрастное вещество. Следующий люминальный Б, молекулярный подтип, более часто на маммограмме проявляется в виде звездчатого узла или участка нарушения архитектоники ткани молочной железы. Также исследователи отмечают, что он чаще имеет гиперваскулярный кровоток. Вот такие участки нарушения архитектоники могут быть характерны для люминального Б рака молочной железы. И вот при ультразвуковом исследовании мы увидим вот такой активный кровоток. Звездчатый узел на МРТ, активно накапливающий контрастное вещество, третий тип кинетический кривой. HR2 положительный рак молекулярный подтип может иметь как звездчатую форму, так и овальную с четкими контурами. Для опухолей сверхэкспрессии HR2 характерны плеоморфные микрокальцинаты в структуре и в окружающих тканях, имеющие сгруппированное или сегментарное распределение. HR2 позитивный нелюминальный молекулярный подтип чаще имеет гиперваскулярный кровоток. Исследования показали, что чрезмерная экспрессия HR2 тесно связана с повышенным ангиогенезом и экспрессией фактора роста эндотелия сосудов. Вот такая рентгенологическая картина. Мы будем видеть узловое образование с плеоморфными линейными микрокальцинатами при форме с четкими контурами. При ультразвуке мы увидим с вами вот такой активный мощный кровоток. Ну и в данном случае эластография будет информативна, в отличие от DCIS. При инвазивных формах эластография будет показывать жесткую структуру. И пример МР-диагностики – узел с четким контуром, активно накапливающий контрастное вещество. Ну и трижды негативный, самый агрессивный молекулярный подтип рака молочной железы и самый коварный с точки зрения лучевой диагностики. Чаще всего узлы будут иметь округлую или овальную форму с четким лобулярным контуром, с последующим акустическим усилением. А для трижды негативного рака молочной железы, как правило, не характерно наличие микрокальцинатов. И трижды негативный рак характеризуется кольцевидным усилением за счет выраженной центральной зоны некроза по данным магнитно-резонансной томографии. Обратите внимание, трижды негативный рак
четкие контуры, задорзальное усиление. Вот капсула, да, это псевдокапсула, когда опухолевый узел отодвигает ткани за счет быстрого роста, и периферический кровоток. Еще один пример, но здесь есть небольшая размытость контура. Но я так предполагаю, что когда трипл-негативный рак был маленький, он очень был похож на фиброаденому. По данным маммографического исследования мы, конечно же, увидим четкий контур. И если мы исследуем образование только одним методом, то здесь, конечно, будем дифференцировать с фиброаденомой или с кистой молочной железы. И действительно, вот этот четкий контур очень часто вводит в заблуждение врачей-рентгенологов и врачей лучевой диагностики. По данным магнитно-резонансной томографии мы увидим кольцевидное усиление и центральную зону некроза. Конечно, то есть данные васкуляризации образования в данном случае и сонэластографии в данном случае будут, наверное, ведущими в постановке диагноза. И в заключение я хочу подытожить и так немножко поразмышлять с вами, что же нам делать. Вот я вам рассказала, насколько вариабельна и многолика картина рака молочной железы, что он имеет и вид узла, и внутрипротоковые формы, которые стелятся по протокам, их сложно и клинически определить и по данным лучевой диагностики. И различные морфологические подтипы имитируют доброкачественное образование. Что же нам делать? Как нам быть? Ну, ответ, он напрашивается сам по себе. Это, конечно же, только мультимодальный подход визуализации молочных желез. Иначе пропустить рак достаточно будет просто. Благодарю вас за внимание и готова ответить на вопросы.